Верхний Салдинский пруд. Мы сегодня приехали порыбачить с внуками. Посмотрим, что из этого получится. Вот в этой желтой палатке наши рыбаки. Сейчас пойдем к ним. Вот подходим поближе. Загородила палатки. Рыбачки наши сидят. Кто на улице, кто в палатке. Ну, здравствуйте. Привет. Давно, давно сидите? Со вчерашнего. Как приехали? Как приехали? Давно приехали-то? Поклевка-то была, не? Ну, палатку бы поймал. Есть? Да. Ух. Я порвал трем губы. Уже три штучки? Ну, хорошо, маленькие? Мама. Или большие? Сейчас увидим, что. Куда-то ездит, он там ловит. Ну. Хорошо, карасики. В палатке два рыбака сидят. Зритель. Три. Еще один рыбак. Ну-ка, Вов, покажи, что там. Что ты там делаешь? Да. Приманку опускаю. Приманку опускаешь? На крючок. Слушай, что-то так страшновато было идти по пруду. Что это? Так прям вода. Ну, снег вступаешь, там вода. Жутко. Я вообще не... Иди, я сиди, вообще Герман. Герман, иди садись. Поплавок только кверху пойдет, сразу дергай. Он хочет посмотреть. Все, Оля, вот рыбку эту вот рыбку поснимай. Так подожди, дай Оля снимет. Иди. Какая большая у нас оказалась. Что-то это не это, Вов, тонко лед-то. Тут ведь провалиться можно. Вот рыбка, которую поймали. Что у нас речка, она не нагревается. Так ты... А там тоже лед дальше? А между льдом вода, да? Герман, ну, посмотри, как будем отпускать. Чет. Экстремальный вид. Можно я буду? Давай вместе. Ты за хвостик, я. Давай. Ну, так... Погоди. Что, вы отпускать будете да. рыбку? Слишком маленькая. Маленькая, но отпускай, Саша. Ну, Герман. Сейчас он оживет и уплывет. Давай. Она не может. Да сейчас он живет, не переживайте. Домой, когда принесли, вон нам они и то ожили. Да. Если жабры работают, значит... А вот это лед? Лед. В палатке тепло. Включили печку Вибаста. И... Опробуем ее. Первый раз вот, вот выход у нас на улицу. А где Вова дует? Ну, тут сбоку вот здесь. Здесь, да? Вот там. Плюс 19. Плюс 19 внутри палатки? Внутри палатки, да.
А температура? Ну, выставлена. А выставлена на 11 плюс градусов. 11, но он что-то это... Ну, хорошо, хорошо. Я сейчас больше вот выставлял, вот сейчас вот. И от этого все работает. Я знаю, гад. А от аккумулятора сегодня не от солярки, да? Вот солярочная печка, она работает просто от аккумулятора. Солярочная печка и работает. Ладно. Питание от аккумулятора, чтобы... А. Куда ты пошел? Не пошло, не пошло. Черновичок на месте. Че у тебя там, малинка? Малинка. Нужен, папа, мне нужна ли, мне нужен червячок у меня. Пап. Я слышу тебя. Это сколько там крючков-то? Три, что ли? Три. Саша, один. Мне такую сегодня удочку дали. Деда Толя вам всем выдал, да? Да, конечно. У нас, ты помнишь, где у нас удочка лежит? Дедушки, Васи. Нет. Вот и я тоже не помню. Рыбак проголодался, да? Ну. Чё, Герман, у тебя как дела? Ну, плохо, неплохо. Сейшу. А? Сейшу рыбу не хочет ловить. Не хочет? Не хочет. Тут вообще как будто вообще подарили, а забыли там еще дальше. Думаешь, надо дальше? Пролей, давай, пролей на себя. Тоже червячка насаживаешь. Есть рыбка большая и маленькая. Да-да. Есть рыбка большая и маленькая. Ты что, фотографируешь или видео снимаешь? Видео снимаю. Инстаграм. Красавица какая. Молодец, Толя. Хорошие петлички. Зашел. Жаль. Будем еще раз ждать. Вроде мне там песенка того самого лунка.
видела? Прямо в лунке? Нет, не видела. Прямо в лунке, хвостом бим и все. Не видела.